Муравленковские нефтяники первыми среди дочерних подразделений «Газпромнефти» ощутили на себе действие новой корпоративной программы обучения «Школа управления проектами». Программа долгосрочная и инициирована корпоративным центром компании. На неделе у нефтяников завершился первый этап обучения – трехдневный курс занятий. О том, чему учили специалистов, расскажет Евгений Дегтяренко. Как в известной мудрости, один в поле не воин, так и у нефтяников проходят времена выдающихся одиночек-новаторов. Сегодня идти к профессиональному совершенству можно только работая сплоченно в команде. Этому тоже необходимо учиться, считают в «Газпромнефти». Новая программа обучения специалистов компании «Школа управления проектами» как раз и призвана научить работать в единой команде. Мы говорим о том, как правильно спланировать работу. То есть это очень большой комплексный вопрос, и нужно правильно спланировать и выполнение работ, и выполнение бюджета, и освоение капитальных вложений, и как подобрать команду проекта правильно. То есть весь комплекс вопросов, который позволит им дальше, может быть, небольшие, маленькие какие-то проекты и задачи, но уже с новым качественным уровнем делать. Что означает быть командой, как настроиться на сотрудничество, как правильно спланировать работу – все это тоже включает в себя обучение. Муравленковцы первыми из всех дочерних подразделений компании изучат новую программу. И не только изучат. Уже сегодня преподаватели уверены – полученные знания даром не пройдут. Они знакомятся с предметом управления проектами. И иногда дают очень креативные, неожиданные всякие там идеи и предложения. С ними интересно работать. Я, конечно, надеюсь, что эти три дня, которые мы посвящаем обучению, они не будут просто, значит, чем-то интересным. Я надеюсь, что это будет что-то полезное, и они будут задумываться о том, как улучшить свою работу, улучшить управление этой работой и давать предложения руководству. За партами геологи, технологи, мастера. Евгений Половинко не сомневается. Все, чему сегодня научат, непременно пригодится в будущем. Нас обучают работать в команде, работать слаженно над проектами, которые мы будем в будущем, может быть, сами осуществлять или сами участвовать в них, чтобы мы понимали каждую роль каждого человека в данном проекте. И благодаря тому, чему нас тут обучают, мы как раз и сможем более конструктивно, более объективно и с большей точностью и вероятностью создавать свои проекты в будущем. Конечно, за три дня, именно столько длится обучение, познать необъятное невозможно. Но такая цель и не стоит, говорят преподаватели. Это всего лишь первый шаг, а дальше все будет зависеть от каждого из слушателей. Знание плюс опыт – вот в чем секрет успешного специалиста. Евгений Дегтяренко, Вадим Брачик, новости нашего города.